Миль, как правильно произносится, это, скорее всего, так. Миль, наверное. Германия написано. К сожалению, с этим брендом я раньше не сталкивался вообще, я представления не имею, что это такое. Поэтому не буду утверждать, что это не Германия. Поверим написанному. Так, внешняя коробочка сделана вроде неплохо, такая вот наклейка интересная. Ну да, это не Германия. Смотрите, как это сделано внешне, визуально. Это, конечно, страна на букву Т. Трешомания. Отступы просто радикально разнятся. Здесь в кривь и в кость сделан стык. Все очень неровно приклеено, коряво. Но плохо. Тут есть какой-то облой тоже пластиковый. Все очень плохо. Ну так, чисто визуально никудышный, но достаточно крепенький относительно, более-менее. Внутри также тоже сделано коряво, видите, там перепады такие по шторе фильтрующего элемента. В общем, чисто визуально, конечно, не совсем никудышно сделан фильтр. Думаю, что ну от силы можно поставить 3 балла, и то там с натяжкой большой. Не будем балл убирать за страну, потому что не знаю. Ну хотя давайте 3 балла поставим, в общем-то, это будет достаточно. Никудышно сделан. Хотя коробочка мне понравилась, такая прикольная. Похоже на европейскую, да, по стилистике. А, еще замерим с вами внутреннее отверстие. Хотя тут оно может быть 27,9. Размяк так основательно. Ничего не отломалось, ничего не разрушилось. Все нормально осталось. Давайте поставим семерочку. Нормально абсолютно. Для того, чтобы бумага мягкая стала. 7 баллов. Миль. Такая же резина у нас была, по-моему, если не ошибаюсь, на фильтроне, что ли, или где-то на каком-то из фильтров в предыдущих тестах. Ну, вообще, я просто идеально абсолютно силикон. Это не резина, это силикон. Даже не сплав, скорее всего. Отлично держит. Мягкая абсолютно осталась. Поэтому 10 баллов тут без вариантов. Вот такие вот зелененькие резинки, они самые лучшие оказались.